Это вот идеал работника милиции, на кого надо было равняться, таких честных, принципиальных, практически единицы были, наверное, его сдала вся республика. Он не только мог там наказать, он мог и помочь, и защитить. Знали, Шишкин — это Шишкин. Вот этот целый плеяды сегодня уходит. И тот авторитет, который сегодня выстроен, есть у милиции, у полиции. Это вот сделали такие люди.